Идем дальше. Сервис аналитиков. Что вам именно здесь интересно? Когда мы его запустим? Мы запустим его в 2019 году. У меня уже есть сегодня аналитики, которые будут обязательно анализировать. А вы понимаете, да, к Сергею в аналитику попасть, это значит прям вот поработать. Особенно душевно, особенно на цифры. И эти аналитики будут проверять других аналитиков. Это может быть вообще молодой какой-нибудь парень, который прекрасно дает прогнозы. И пусть даже он случайно сфартило им, подфартило, скажем так. И он дал много-много анализов, они все правильные. Мы его обязательно рассмотрим, потому что анализ – это такая штука, где процентов, наверное, 60 играет роли предчувствия, интуиция и везение. Вот это факт. Могу сказать точно, букмекер всегда на дистанции в плюсе. Если, конечно, против него не стоит вилочник. Вилочник для букмекера – это просто как… Для кого-то это мана небесная, а для кого-то не очень. Вот для букмекера это вообще далеко не мана небесная. Это не прекрасно, это просто человек, который работает с математикой, жесточайшей математикой, да, а математика в своем чистом виде, она прекрасна, потому что она поддается расчету. Вот это очень важный момент. И сервис аналитика вам будет в 2019 году, ему будет дан старт. Я думаю, что мы уже в 2019 году запустимся с букмекером. И, конечно же, множество наших клиентов смогут, клиентов, которые хотят выставлять пари, например, да, в том же, предположим, Фонбете или в другой какой-нибудь конторе, они смогут выставлять эти же пари у нас без проблем в Аскбете. Представьте, что у нас получается, какая мощная популяризация компании. Ну и вот вопрос, кстати, по сервисам аналитиков было, ну, чтобы было понимание, возможно, сейчас, конечно, его нет, а сколько будут, ну, примерно хотя бы стоить данного рода прогнозы? Как по мне, дорого нет смысла продавать людям, которые будут заниматься аналитикой. Если они прям совсем сильно аналитики, я думаю, ну, 1000-1500 максимум, 1000, прям совсем сильные, они какой-то невероятный прогноз составили, и у них очень крутая статистика. Если эта статистика средняя или выше среднего, я думаю, рублей 100, 200, 300. Да и вообще у нас будет такая политика, мы не за то, чтобы отбирать, мы за то, чтобы, если тебе интересно, выставлять пари, но при этом ты хочешь послушать профессионала или попользоваться его статистикой в том числе, потому что прогнозы – это такая штука тоже. Там, а, играет роль коэффициента, и, б, теория вероятности, да, удача имеется в виду. Если у тебя высокий процент удачи, как у аналитика, и у тебя коэффициенты работают на тебя так, что ты все равно в плюсе остаешься в большинстве случаев на дистанции. Аналитика – это не 5, не 10, не 20 прогнозов, и не 100. Это 500 и выше. То вот 100, 200, 300 рублей. Почему? Нам важен трафик. Мы это знаем. Мы это признаем, это факт. Да, мы сегодня по всем рейтингам тоже растем. И будем расти дальше. Зачем, в принципе, аналитику ставить 1000 рублей, если к нему может прийти 100 человек по 100 рублей, и это уже 10 тысяч в день? Вот зачем ему это? Чтобы больше заработать? Ну, иди зарабатывай в другом месте. У нас все-таки своя философия, поэтому к моменту запуска уже будет более детально ясно. Нет цели кормить аналитиков. Есть цель создать крутой продукт. Аналитики и так покушают. Я думаю, что если ты хороший аналитик, тебе и Петя не нужен, и Вася не нужен. Ты и так это сможешь сделать. Как по мне, аналитик здесь – это человек, который живет этим, и он любит всеобщее признание. Вот ему хочется это. И он сделает все для того, чтобы это признание было еще и в денежном эквиваленте. Бесспорно, стики получают до 1000 прогнозов, точнее, до 1000 заявок на этот список аналитиков, ну, спокойно можно будет уже рассчитывать. Потому что наш основной трафик, он только впереди. Тут вопрос пожелания от Евгения Орлова. Пишет, было бы неплохо, если бы в кабинете аналитика можно было посмотреть прогноз и тут же в один клик сделать ставку на данное событие в Аскбет. Какой вы молодец, Евгений. Именно это я говорил пару минут назад, что мы интегрируем такую штуку, а вы уже можете выбирать. Можете в другом букмекере, можете у нас. При том, что я не сказал вам тогда на мероприятии 26 ноября, мы сервис, который интегрировал, скажем так, сделал симбиоз сравнения коэффициентов с аналитическим вот этим сервисом. То есть вы сможете увидеть, в каком букмекере на этот прогноз больше коэффициент и выставить пари в этом без проблем. В эту минуту, в эту секунду, не имеет значения, на до или после матча. В смысле, на до либо во время матча. То есть мы вот этот сейчас симбиоз сделали, то, что я вам показывал даже 26 ноября, но это всего лишь было 50% из этого сервиса.
Сейчас это будет мощной махиной, потому что его дорабатывает дизайнер, отдает верстальщику, тот опять отдает аналитику, аналитик прорабатывает материалы, и то, чего не хватает, мы уже интегрируем. Если все хорошо, мы запускаем его уже на работы с января.